Привет, народ! На сегодня хотел бы поделиться пару мыслями своими. Вы видите, что когда зашли в YouTube аналитику, вы видите, какие преобразования, да, произошли. Вот. Сразу же на обзоре видите, что YouTube начал, на что начал YouTube обращать свое внимание, да, на время просмотра, да, и средний показатель просмотра в минутах. Вот что, на что сейчас YouTube обращает внимание. Вот. И я сделал кое-какие свои выводы на эту тему, хотел бы поделиться. Смотрите, вот мой, допустим, канал Геннадий Карпинский, да. Здесь, вот, допустим, вот этот сервис, сервис есть такой. Вот я сюда зашел, ввел свои данные своего канала, да. Здесь показывает подписчиков, 2351 подписчик, вот он, да. Показывает доход, вот он, 26, ну, на самом деле он как бы не соответствует, тут видите, чуть меньше, 23-29. Вот другой мой канал, здесь жизнь прекрасна, да, здесь, допустим, доход стоит доход, показывает 41 доллар, да, на самом деле здесь у меня 48-98, тоже такой, знаете, в большую сторону. На самом в реальности, да, как бы показывает, там чуть меньше сторону, то есть где-то какие-то есть отклонения. Но я хотел обратить внимание на другое. Смотрите, сколько у меня здесь подписчиков? 698 на жизни прекрасной. Сколько у меня здесь подписчиков? 2351. То есть я что хочу сказать, от количества подписчиков доход не зависит. Не зависит. Практически, смотрите, в Геннадии Карпинском у меня подписчиков в 3 раза больше, чем на «Жизнь прекрасной». В 3 раза. В 3 раза здесь больше, чем здесь. Да? Вот. Но по доходу, видите, здесь 26, здесь показывает 41. Хотя на самом деле 23 против 49, можно сказать. И видите, что жизнь прекрасная, то есть доход выше в 2 раза. Вот, при количестве подписчиков, которых в 3 раза меньше. То есть на что нужно обращать внимание? На время просмотра. То, что YouTube заметил. И я что, то есть это говорит о том, что нужно создавать качественные видеоролики, чтобы люди могли смотреть, их смотреть. Понимаете, не только просто подписываться, бежать вот за подпиской многие. О, подпишись на мой канал, там супер, хорошо, раз, и дальше побежал. Он даже не посмотрел ни одного ролика. Только подпишись, и все. Ну, подписались, ну что и дальше. Что с этого? Прибавится что-то? Просмотры у нас увеличиваются? Да ничего у нас не увеличивается просмотр. Чисто вот как формальность такая. Поэтому что нужно? Просто нужно переориентировать свои действия. То есть мы должны стремиться к качественному контенту. То есть мы должны выпускать ролики более качественные, чтобы люди самостоятельно заходили и смотрели, чтобы эта тема была им интересна. Вот, например, если приколы. Каждый заходит на эти ролики, да, вот, допустим, посмотреть. Он просто, его никто туда его не загоняет на этот канал. Он просто хочет их смотреть. Или там, допустим, рецепт, который нужно, вот по нужде, вот человеку нужно сейчас этот рецепт. Он заходит, его смотрит. Потому что ему этот рецепт нужен, просто необходим. И тогда, соответственно, идут и комментарии искренние. То есть человек действительно что-то там не понял, что-то спрашивает, переспрашивает. Вот тогда и комментарии идут нормально. Они так, чисто для отмазки, их там куча этих комментариев. Люди, например, как, знаете, как спам распространяют. Вот себе взял в автосохранение, там, написал комментарий, и кнопку нажимает, и один и тот же самый. Лайк, супер. Лайк, супер, супер, лайк. Все, больше ничего. Ну вот. И вот это вот. А от комментария давайте посмотрим, что же зависит от комментария или не зависит. Вот здесь, смотрите, здесь у меня на жизни прекрасной 502 комментария, да? Доход 49, да, практически. И здесь, смотрите, почти 800 комментариев. Доход меньше, да, 2 раза. От комментариев зависит. Поэтому я просто что хочу сказать, что нужно коэффициент полезного действия нужно улучшить. Каким образом? То есть я, допустим, для себя считаю нужным, что если будут такие небольшие там комментарии, то есть несерьезные комментарии, да, я буду стараться на них не отвечать. Если будут какие-то более серьезные комментарии по теме, да, там более полные, я буду тогда на них отвечать.
Вот. Или даже на более как бы интересные. Я даже вижу, что некоторые блогеры, которые продвинутые, да, вот я ориентируюсь, как вот они ведут себя в такой ситуации. Они закрывают комментарии. Почему? Потому что иногда из-за комментариев они не могут создавать новое видео. Потому что новое видео, качественное, хорошее видео, они как раз и приносят время просмотра, увеличивают. Вы поняли смысл? То есть лучше создавать больше контента, чем уделять внимание написанию комментариев, просто бесполезных. Иногда просто бесполезных, для отмазки. Чтобы было количество и все. Понимаете? Когда будет хороший контент, то есть видеоконтент, будет хороший ролик будет, да, по нем обязательно найдутся люди, которые будут писать комментарии. Обязательно, потому что кому-то что-то какая-то тема заинтересует, что-то его заденет, что-то ему будет непонятно. Тогда можно действительно этот комментарий написать. Более развернутый, более обширный этот комментарий. А маленькие такие комментарии я даже, наверное, скорее всего, отвечать больше не буду. Ну, лайк поставлю, да и все. Так что смотрите, ребята, чтобы вы как бы не обижались. Вот, вот такое вот будет мое решение. Вот, то есть я за качество. И вам советую точно так же на это обратить внимание. Выпускайте больше хороших роликов. У меня, допустим, пример. Мне захотел 2-3 ролика. Вот я вижу, у меня снял материал, вот хочу 2-3 ролика запустить. Да. Написал комментарий, у меня тут же ответ, пошла зацепка. В итоге я 2 ролика, один там еле-еле там снял, а 2 такие остались. Они ушли уже в прошлое, и тема уже устарела. Больше полгода у меня есть такой материал, уже, которому полгода уже. Я его даже не смонтировал. А их сейчас накапливается, 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 уже их много у меня, да. Ну, у меня не хватает времени их просто монтировать, потому что я постоянно день, там, два, там, постоянно сижу на этих комментариях, отвечаю. Тем более я не могу ответить там, привет бабушке передай, например, или дедушке передавать привет. Я как-то себя уважаю, поэтому я пишу, допустим, какая-то более полная, хотя бы пару слов, чтобы показать, что вот это я, а не какой-то робот там, вы понимаете, или автомат. То есть я хочу себе показать, что это да, это я пишу. Поэтому на более подробные комментарии, хорошие, я буду отвечать, ну, тоже. Вот. А в основном, может, даже сделаем так, чтобы, вот как видно, эти блогеры делают. Просто делают видео-ответ на комментарий. То есть есть определенные вопросы, они накапливаются. Человек берет специально, посвящает этому свое видео. Да, и это будет один раз, потому что я вижу, одни и те же самые вопросы повторяются у многих, например. Повторяются одни и те же вопросы. Они даже комментарии не читают. Иногда. Там же в комментариях, говорю, написано, вот направляю. Не, он не читает, он, ну, опять по новому вопросу идет. Так почему бы не создать вот именно видео-ответ? Например, да, я создал видео-ответ, дал человеку посмотреть, пожалуйста, вон видео смотри. Да, вот такой момент я буду как бы делать, да. То есть переходим, ребята, в качество. Еще вот интересный момент. Вчера делал обзор вот по этому каналу, вот на этом сайте. Вот, да, это хороший, кстати, сайт, вы можете посмотреть. Здесь моменты разные, да. Допустим, вот в месяц сколько у меня? 100, 103, допустим, вот здесь у меня, на Геннадии Карпинском, 103 тысячи в месяц, да, идет просмотров. Здесь, например, у меня идет 162 там в реальности. Ну, здесь 103, да, видите, соответствует. А здесь, например, 170, да, в жизни прекрасно. То есть здесь получается 162, а тут 170 в реальности. То есть где-то какие-то недочеты, ну там где-то может 1-2 дня не учитывалось. Вот. Но в любом случае это как бы сайт, на который можно ориентироваться, да, кое-какие моменты можно у нем хорошие узнать. Вот. А, так что я хотел сказать, замечал, чтобы от количества просмотров, да, то есть от количества подписчиков не зависит ваш доход. Специально заходил вчера или позавчера на один из каналов, просматривал свои и посмотрел, там ко мне человек подключился новый. Ну, давно. Ты посмотрел, у него где-то около 6 тысяч подписчиков. 6 тысяч подписчиков, представьте, у меня 600. В 10 раз. В 10 раз. У него доход, у меня, допустим, 49, а у него, допустим, там 10-11 долларов. То есть 4 раза меньше. В 10 раз большее количество подписчиков, 4 раза меньше доход. Это такой момент. Дальше я смотрел, вот по Геннадию Карпинскому. Я не знаю, это много до, я не знаю, я не говорю, что там он там накручивает, да, просто иногда именно время просмотра влияет.
на наш доход. Вот, допустим, по Геннадию Карпинскому, смотрю. У меня точно такое количество человек, как у другого, там, похожий канал, да, посмотрел я. Вот у него там, у меня где-то разница была где-то 50 подписчиков. У него чуть больше, на 50 подписчиков больше, да. Меньше видео, например, у него. Вот. Но у него доход, знаете, какой? Около 500 долларов. У меня тут 23, а у него около 500 долларов. При таком же количестве подписчиков. 2000 подписчиков, у него 500 долларов доход. Можете представить, значит, что это в решающий момент играет? Время просмотра. Сколько человек задержался именно на его канале, на его видео. Ну, конечно, у него тема развлекательная, вот такая. Там, конечно, больше развлекаловки. Вот. Больше развлекаловки там идет, поэтому, соответственно, там и больше просмотр. Вот. Ладно. Хорошо, буду закрываться, потому что меня мучают вот эти вот все звонки. Ладно, ребята, всем счастливо. Вы поняли мою мысль, на что нужно обращать внимание? На время просмотра. То есть увеличивайте качество своих роликов, и, соответственно, у вас увеличится доход. Все, счастья, мира, всех благ. Дерзайте. Видите, что творится.